Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса. Об этом было заявлено на горячей линии Минпросвещения России. Дети могут носить маски по желанию или если настаивают родители. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидемиологической ситуации. Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.